Реконструкция канализационных сетей осуществляется при софинансировании Европейского фонда кохезии в рамках третьей очереди проекта развития водохозяйства Венспилса. Работы ведутся на улице Бривибас, на участке от проспекта Лейлас до улицы Латгалас. Уже практически отслужившие свой век трубы изнутри покрываются специальной тканью, пропитанной полиэстерной смолой. Для затвердения используются пары вода. Трубопровод предварительно промывается. Работы по реконструкции в Венспилсе осуществляет предприятие «Остас Целтникс» в сотрудничестве с дочерним предприятием датской компании «Пер Арслев». Ну, мы, литовские, это Арслев, ответственные за Прибалтику и Беларусь, Калининград. А там Россия, у них свои там как бы филиалы. И по всей Европе филиал есть. В настоящее время в Венспилсе работают 6 иностранных специалистов. Руководитель работ отмечает, что подобная технология популярна, и без работы они не сидят. По всей Европе делаем. Европа, Колумбия, Венесуэла. Ну, везде. Такая технология в Венспилсе применяется впервые. Но в Латвии ее уже использовали. И в Риге неоднократно, и в Лепае. Ничего нового в этом нет. Протяжка эластичного рукава – это эффективный метод. К тому же нет необходимости полностью перекрывать улицу, устанавливают только небольшие ограничения в дорожном движении. Работы не требуют длительного времени. И реконструкция почти 700 метров канализационных сетей завершится к 29 мая. Гарантия – как минимум 100 лет. Юлия Костенко, Солвита Деманте, Инс Жозич, Фурзумское телевидение.